Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Обеспеченные кировчане почти не заметили сужения ассортимента в магазинах. Об этом говорят результаты опроса, которое провело агентство социологических исследований «Зеркало». 87,5% участников опроса из тех, что считают свои доходы высокими, заявили, что с отсутствием привычных товаров на полках магазинов не столкнулись. Не заметили перемен 69% среди кировчан со средними доходами и каждый четвертый из тех, кто имеет низкий доход. Чаще люди из этой категории все же выбирали ответ. Некоторых товаров не хватает. Программа «Экономика». По вводу жилья Кировская область на 62-м месте в стране. Это данные исследования РИА Новости. На одного человека в нашем регионе в 2021 году пришлось 0,4 квадратных метра введенного жилья. Лидер — Ленинградская область, где в расчете на человека введено почти 1,8 метра. Меньше всего строятся Чукотка и Мурманская области. Всего в Кировской области в 2021 году построено чуть более 500 тысяч квадратов. Рост на 10% по отношению к 2020 году. В среднем на одного человека приходится 28 квадратных метров существующих площадей. Это чуть выше, чем в среднем по России. Там показатель 27. Экономика на 101 FM. В Кирове мошенники продают билеты на бессмертный полк. О том, что в городе появились предложения о платном посещении акции, проходящей в День Победы, рассказали в мэрии. И подчеркнули, что участие в бессмертном полку абсолютно бесплатное. Все желающие смогут свободно присоединиться к участникам шествия на Театральной площади с бортом в 11.30 9 мая. А также можно присоединиться по ходу движения колонны до мемориала «Вечный огонь» на набережной Грина. Кроме того, бесплатно для тех, кто успел подать заявки, даже напечатают портреты родственников, принимавших участие в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.